Так, пообедали, поехали посмотреть новые места. Вот задумочка была. Радуга у нас без дождя. Так я чуть не вижу, видно ее или нет. Туча такая повисла. Дождя нету. А, не, вот капнуло чуть-чуть от стеклянного балла. Ладно. Приехали мы на полянку, короче, а она оказалась засеяна у нас. Вон, сейчас уедем отсюда. Вот, деревья идут. Вот, вот ряд. Это была старая дорога. И шла она на село с церкви, вот туда. К сожалению, будем ждать сейчас, пока уберут его. А так, конечно, прикольно. И вот оттуда шла она. Все, уезжаем. Много слепней. Топтать не будем. Держись за ручку. Ну да. Оп. Красота. По полям не кушаем. Слепней столько. Мам дорогая. Ладно, едем сейчас на покосы. Поискать там один перекресток был, двух дорог. Поищем перекресток, ждем, пока все скосит, что на тех наших любимых полях чудес, что здесь вот перспективненькое место должно было бы быть. Но оно есть, но оно вообще во ржи, а это трогать нельзя. Такие здесь болотинки у нас. Кофе разбивается. Такие болотинки. Прям поедешь? Мне слева больше нравится. По набережной. По набережной. Такие волны лежат острые, блин, опасные. Прям посредине колени булыжник валялся. Мы едем по набережной. По набережной, как же. Вот речка у нас. Да, к сожалению, там у нас не получилось. Девчонка у нас чистенькая пока еще относительно. После покатушек этих. Вот ладно. Вот отсюда из леса вот так выходила дорога. Шла через это поле, его сейчас косили хорошо. И уходила на другое, еще туда, может быть, заедем. Не уверен, что здесь что-то будет, вряд ли, но смотреть надо. Там ждем покосов, на наших полях ждем покосов, на любимых. Так что... Включимся, если что найдем. Да, покосы, конечно, пипец этой. Пуговка гирька и пятак советский. Гнутый. Поздний. 48-й. Да, надо отсюда уезжать. Да, здесь ничего не будет. Ладно. Ребят, сбежали мы с этих покосов. Делать там нехера. Ну что так грубо? Ну потому что нехера. Ну нечего там. И у нас вот тут баллон очередной. 10 копеек, 21 год. Очень хорошо. Лазим по болотам, по своим любимым. Сигнал. Что-то она какая-то уж больно. Никакая. Хрен разглядишь что-то. Нам богу известно, что это. Ну да. Катя. Ну да, в этом углу обычно ехала, давали. Да. Сохран. Сохран посмотрим. Вот ямка. А вот следующая ямка. И еще одна монета. Идем мыться. Пойдем. Шпагати. Опять такой же сохран никакой. Она убитая. Походу Катя Лиза. Ну, понятно, что... Не знаю, что это. Она убитая в дребезге. Нет, сложно сказать. Зеленый кружочек. Ищем дальше.
дуплетный сигнал в луже. Почти. У меня Александр, ну я прочитал, но его не видно, плохой. Но как всегда, они не в сохране, к сожалению. Что у нас там? Что-то пякает. Что-то есть. Так. Бякает. Ладно, не шмурдиологи мы сегодня никак. Даже вечером. Господи. Чтобы из этой каши выковыривать что-то. А запах. Ой. Болотом. И вот это покажи. А что, я показывал. Ну вот по такому и ходим преимущественно. А то у народа щек. Траву-то не трогаем. Да и хрен тронешь там по шее. Где-то походу в этом капке. Это столько копать, а она была прям в стену. Чтобы чего? А кто там? А хрен. Тоже манит. Красненько. Красненько. Зелененько. Николахно. Они краснеют. Да. Они и деньги почему-то красные такие. У нас тоже полосы. Дуплеты не лупят. Не погоди, лужи. Дружки какие-то плавают. Жизнь полным ходом. Хорошо. Да, ты был прав. Николай, да? Угу. Ну, она не краснеет. Заметим, какое-то странное. О, красиво, когда? 909. Комары жрут. Комары, да. Сигнал не заставил себя долго ждать. Идем к машине. Предыдущая яма. Рядышком. И что это? Вот она. Монетка. Шкурь небольшая. Ну, да. Обратите внимание. Яма. Раз, бывшая. А вот монета. Вот вам и хохма. Ну что это за монета? Я не вижу. Мы здесь негде. Лужа, да, мы прошли. Лужа мы прошли. Походу это деньга, судя по курице. А может и нет. Да, это деньга. Ну. Ой, блин, меня заели комары. Почему? Да, похоже на крышечек. Деньга, деньга. В машине. Какая красота. Просто вообще. Здесь бы прямо остался бы. Если бы не комары. Ну, комары, они пропадут, все в половину. Да нет. Да. Вот, ребят, интересную штуку сейчас вот наблюдаю. Видел такие, я много раз такие видел. В Риге, я помню, не в Юрге, в Юрмале частенько наблюдал. Видите, сквозь облако такая штука, как будто что-то падало. Вот что это за чудо природы? Не знаю, и сейчас через какое-то время раз, а она рассеется. Видите, да, палку? Ну так вот, кто может знать, что это такое, подскажите. Ну, какая дорога. Интересно. Да, не получается снять там в конце красный закат такой.
Что, ребят, вот и подошел к концу сегодняшний день. В принципе, день нормальный, монет 15, наверное, набрали. Не считая шмурдины. Все задумки, конечно, не осуществились. Нас спасают наши поле чудес. Поля чудес. Будем ждать, пока косят, пока так вот сюда вылезаем. Но все равно находки есть, серебро есть. Все есть. В ролике прикреплять будем монеты, которые нормальные. Будем показывать фотографии. Пока поехали домой отдыхать.